Danish Underground Trip 6774. Много там прогрессивных групп, более или менее в частности, имеется группа под названием Beefeaters во главе с Питером, гитаристом. И играют они такую музыку где-то между занятная у них музыка. Три альбома эта группа записала. А я предлагаю вам трек под названием Night. Дебютный альбом Beefeaters 67 года.